Так, на чем я остановился? Я думал, попадись в армию или нет. Ладно, пока попадать не буду. Кто его знает, через сколько ходов он там появится. Фига там, блин. Скотина, он идет на мой город. О! Он потерял Никею? Блин, турки еще тут бегают. Прочь, неверный пес! Имши! Эти лучники. Уже 9 осталось. Да, блин. Вперед. Долго не с ними будут бегать, конечно. Конец. Так, этих вот лучников меня не достали. Потом надо убрать. Сюда что? Блин. Был чувак и не стал чувака.
Нифига тут армия. Ты, наверное, не пробьешь, да? Пробовать надо. Так. Войска вражеские. Так, я хотел сюда направить подкрепление. Чем могу служить, благородный лорд? До встречи, благородный лорд. С этим благородным лордом, скажешь, здрасте. Да, денег очень мало. Все из-за того, что у меня две армии. Я простой воин. Поговорите с послами. У меня одна катапульта есть. Вот и буду этой катапультой швырять. Где у них тут ворота? А вот. Если он выводить войска не будет. Далеко-то. А, там же вторая крепость есть. Блин. Подожди.
там придумывают? Он выведет войско или нет? Сиди, пока не бегу сюда. Нужно быстро взять вот эти ворот. Хотя, блин, нафиг. Куда вы всего скакали? Сюда, назад.
это пробьет. Печки. Все это дело. Что-нибудь сейчас будет сражаться до конца.
Это хорошо. Блин, их уже 9 осталось. Стали там, блин. Все 820. Да. Кто по-другому никак. О, нифига себе. Я не даже рад этому. Опа-на, пешая дружина. Новенькая, у меня такого еще нет. Так, 10 тысяч есть. Это может не радовать. Блин. Что я тут делал? Ведь уже осталось 8000. Он походу на Англию пошел. План. Что он тут стоит? О чем вы хотите поговорить? А ты мне дашь, допустим, 1500 за это? Не думаю, что это приемлемо. Разумно. На этом мы завершаем нашу встречу. Блин, тут армия. Точно, здесь придется опять строить скоро армию. Так, ладно. Армия строит? Тут у меня строится. Пошел на Бухарест. Да блин, сколько можно-то? О, Египет. А, смотри-ка, он хочет сейчас Вену осадить.
О, он здесь? Да ладно, это мне так повезло, что ли? Ух, я счастлив. Так, ну раз у меня есть армия есть, можно ее вниз направить. Раз такое дело, надо сохраниться. Чё, если не здесь, до лучших времен. Без освещения. Так. Фига здесь священник. 80%, 89%. Тут жалко армию, то шиди. Так, он вроде ушел с границы, отлично. А, блин, я тут не поставил это. Мархаба, что вы можете предложить султану? Фига себе. Раз 5000. Блин, он сюда пришел, а. Кстати. Делаем так. Тут армию туда строить придется. Парня, он больше все-таки нападет на меня. Кстати, это как раз там на турков пойдет он. Чего-то не пытается сделать.
Колбаса не делают. А, ну там 80 человек беру, да. Я что-то откуда еще 440 взял? Отлично.
разнес. 400 человек. Теперь у меня еще пару войск. Но там не смогу напасть, если ход подождать. Мархаба, вы хотите начать переговоры? Я? Переговоры? Даже не знаю. Шахта. Ладно, что шахта далеко. Порт пускай строит. Как понимаю, улучшение города. Еще восстание видел. Лошадки бегут. Так, что я с тобой хотел сделать, я уже не помню. Так, сюда. С тобой. А, вот сюда. Я так... Ай, блин, я же хотел построить. Ладно. Это 600. 1000, 1600.
Имейте в виду, мы вам не доверяем. Кстати, вассалом. Было бы здорово. Надеюсь, вы просто неудачно... Я разочарован. О, инквизитор, кстати. Чем могу служить, благородный лорд? Нет, это невозможно. Ну ладно. Вы согласны? До новых встреч. У этого чувака все еще армия есть. Сколько мне надо? 3. Я еще 3 оставлю, 6. Я еще не купил, что ли? Ох, дорого мне обходится-то. Ты вышел, еще 26 убрать. Ты понимаешь, ты. Вот. Ага, все-таки синий. Сейчас тут все они переобучение сделают и нормально будет. А это все-таки пешая дружина. Оружие, клинки. Легкие доспехи, вооружены секирой и могут сразу как пишем, такие верхом. Загреб классный город. Вообще нет ничего. Вот это мне кусочек убить, и все получается. Блин. А, нет, смотри-ка, победа. Thank you.
Блин, сколько же можно, да? Ага, потопил. Забрали, урод. Ты что ли еще будешь на меня нападать? Ай, замораживаешь. Нет лучников. Так, сколько за... Один ход. О, ну отлично. Один ход. Ура, я про... Ух ты, ёпрасте. У него флота-то. Блин, с этим флотом это просто невыносимо. Стоит бешеных денег. А поражение за поражениями тут. Это каменный замок. Тут они, наверное. Пицки, нифига себе, Египет, куда залез. Тут он не возьмет его, если сейчас купится.
Дожду-ка я еще один ход. Вдруг он сам придумается напасть. Значок моглов вижу, так что думаю, все нормально. Офигеть, Венеция, и там, и тут города эти. Так, немец куда-то убежал. Я знаю, что я провалил первое задание. Что делать-то? Жалкие остатки. Вот. Объединить, что ли, действительно их? Так, ну тут с этим городом все нормально. Вот здесь. Еще одна дочь правителя. Ну-ка, иди сюда. Что вы можете предложить султану? Вы хотите что-нибудь передать султану? А я могу из посла сделать? Черт, денег нет. Переход. Их четверо? Серьезно? Полез сюда. Блин, одни лучники. Так. И как раз надо делать. Забыл про него.
готовить этих купцов. Царь убийства? Карта. Так, типа я должен... Не знаю, что это. Прикол такой, ну ладно. Пошел на южный город мой. Метки. Скакали сразу в центр города. Просто на расстрел. Блин, только один заход можно. Жалко, жалко. Я ведь предупреждал вас. Вы чего там предупреждал, без понятия. Thank you.
бегать друг за другом. Эх, пускай бегают. Как же недолго это делают? Чё туман этот? Ура! Победа! Там еще войска. Блин, 200. А нафиг. Где-то я видел, тут убийца делал. Так. Изложите ваше дело. Не думаю, что... Auf Wiedersehen. Процентов. Вообще бесполезное существо. Хотя бы карту разведывает. Можешь? Я знаю, ты где-то видел. О! Да, беги. Сколько? 10 ходов. Один ход продержаться, и будет нормально. Мархаба, вы хотите начать переговоры? Здесь, кстати, армию можно построить и потом сюда нападать. На турков. Кстати, я забыл посмотреть основную миссию. Там у меня сколько там, что делать надо.
Знаю, этот захватить. Убегают. Блин. Гинь, проклятый еретик! Кто бы говорил? Так, 95%. Есть. К этому городу. Знаешь? А, типа на мосту нельзя строить. Рано строить. Фига себе, в Загребе можно тут строить. Зачем, кстати, бустует? Волнение 75%. Как мне эти волнения убрать-то? Какие тут армии, блин? Три 200. У меня там будет ближайший город. Сюда эту Софию тоже надо переделать. Кстати, а нафиг мне Ясу? Я тут, блин, столько отстраивал. Ладно, пускай так будет. Вам повезло. Султан сегодня добрый. Хорошо. Маасалама. Интересно, где эти монголы там бегают? Их уже разбомбили.
О чем вы хотите поговорить? Нет, возможно, когда-нибудь на сей раз дипломатия нас подвела. Здесь, когда она последний раз вообще была полезна, то... Блин, у него тут армия-то есть. И где монголы? Куда ускакали-то? Чуваки достали. Пускай тут там сидят. У меня будет тут еще одна армия собираться. Пора убрать этот город. Это последний, я так понимаю, этот территория. Венгрия. Нифига у них дальность. С такой пушки это жесть.
башню уничтожили. Опа, попал. Сразу 30 не стало. Тор наверх по мне попал, да? Да, он хорошо по мне попадает. Расстреливай. Что-то как-то слабоват, мои. А, шапонец. Есть. Все бегает. Блин, да, фигово, конечно, последний выстрел был. Да, мы за... Ты издеваешься? Здесь он умер, я же, блин, это сделал. Блин, ну тупо, конечно. Так, у него еще что-то есть. Жалкий город. С ним мириться-то? Где мой там этот? Посол. Ладно.
Чувалок, блин, подкрепление, урод. Что я столько лишних чуваков-то буду делать? А, я тут где-то видел. Пойдем. Полис. Блин. Мы не угрожаем вашему флоту. Так. Пойдем добивать его. Полностью, блин, несчастный в плане войск. Запланим весь этот участок своими священниками. Так, я хотел посмотреть вот что. Беги, сколько у меня войны. Вражда. План. Гаси, турки. О, турки с монголами воюют. Сколько у меня там
наравне. Блин, нифига себе, Священная Римская империя, такая же армия, как у меня. То самое. Урки. Понятно. А какое задание там? Не Степан еще жив. Понятно, захватить 45 областей, в том числе Константинополь и Иерусалим. Осталось 150 дохода. Сколько мне городов? 14, 6 замков, того 20. Мне еще осталось 25 территорий взять. Ну, раз, два, три. Короче, если я всю Турцию захвачу, раз я возьму... Да. Где он? Как раз я возьму все, что мне надо. О! Вот турки, кстати. Отлично, он уже отошел. Теперь я могу их разбить. Да. Что у нас у турков? Вот. Этот город взяли. И армии. 4. Фига у него тут.
я их расстреляю, говорю, надеюсь, хоть как-то. Дальше бежали.
последнее, что опасно осталось. Тяжеловато было. Умоляю вас. Я, Рейх, выполнит ваш. Умоляю. Блин, Вена мне уже бесит, что он бастует постоянно. Что это прибегает сейчас? А то уж плевать сейчас. Я этого уничтожу, потом того. И можно идти на Германию после всех этих битв. Надо готовить третью армию. Четвертый. Чтобы идти уже на Константинополь. Что будет брать город мой? Зараза. Даже так. Ну ладно. Классно расстался. Расставил все войска. Вообще тогда на изи будет. И в одни лучники.
даже не интересно. Да, вы можете получить. А, вон у него еще город. Что-нибудь за большой. О, какой-то новый член семьи появился. Ну что, откуда этот, сука, Веста надыбал? Скотина. Простите, но я на страже. На страже он, блин. Надеетесь, что Кайзер вам все простит? До новых встреч! Хм. Ираклион. Было в этом городе? Так. Ваша ненависть бессильна и жалка. Конечно, не против напасть еще на Цилию. Все, всего там два города, но это ж не хочется. Думаете, мы рады вас видеть? До встречи, благородный лорд. О, он сам ко мне бежит.
да ладно, убил. Я поражен этому. Четверо. Тут есть. Это будет. Просто выводи все войска. Уничтожай этот город. Странно, почему я его здесь держу. Просто так. Не, еще не. Так. Не, Загреб пока не буду. Тоже нет. Те, кто видит меня, долго не живут. Напугал, блин. Посмотрим, будет у меня сицилийцы атаковать или нет. Почему-то так и предполагал, что таки будет. Эти турки, блин. Ух. Ой, 16%. Пойди отсюда.
Ну-ка, если я сделаю так. Так? Буду отсюда расстреливать их. Теперь разняться-то. Я не могу до нее дойти. Почти победа, но уях. Полагаю, вы напрасно тратите время. Боюсь, до новых встреч. Что? Выходите и сражайтесь! Ну ладно.
Так, что у нас есть? Стрелки. Темные купечки. Нифига себе. Куда на полез-то? Блин. Нифига себе, так просто 30 лошадок сдохло. Четверо, уже четверо. Так, лошадки есть? Нет. Ну, соответственно,